Всем добрый день! Вы на канале «Просто и полезно». Сегодня приготовим блюдо первое – капустняк. Это любимое многих блюдо. А кто и не любит его, попробует и, может быть, понравится. Давайте готовить. Капусту натираем на крупную терку. Пассируем лук. Добавим тертую на терке морковь. Добавили морковь. И пассируем вместе с луком. Капустняк постный, без мяса, но с грибами. Добавляем нарезанные кубиками грибы. Можно сырыми добавлять грибы. Пассируем вместе с луком. Еще добавим растительного масла. Немножко еще поджариваем. И добавляем домашние помидоры. Если томатную пасту магазина, 3 столовых ложки. Натертую капусту заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения. Берем полстакана пшена, промываем хорошо в холодной воде. Добавляем пшено. Хорошо перемешиваем. Солим. Уже медленно кипит капустняк. Даем минут 10 покипеть и добавляем наш пассированный лук, морковь, грибы. 10 минут прокипел. Добавляем поджарку нашу. Для того, чтобы был еще краснее капустняк, можно добавить ложку магазинной томатной пасты. Если вам покажется, что не совсем красный капустняк. Хорошо перемешиваем. И на протяжении всего времени, что варится капустняк, нужно его помешивать. Он может быть густым, может быть жидче, кто как любит. Помешиваем и еще минут 20-30 поварим. Целый грибочек также положим, пусть варится для украшения. У нас варятся овощи, буряк, свекла, морковь, картошка сварилась. Картошка в мундирах для приготовления салатов. Готовим специи. Паприку, куркумы немножко, перец черный молотый, перец горошек, лавровый лист. В конце кладем капустняк. Перемешиваем, и капустняк еще минут 10 варится. Зелень ложат любую, у нас есть укропа немножко. Капустняк готов, наливаем в тарелку. Вкусный, ароматный, подавать можно со сметаной, майонезом.
Готовьте, делитесь рецептами, подписывайтесь на канал, заходите, ждем вас. До новых встреч! С вами был канал «Просто и полезно». Пока!